теме происшествий. Оленегорский работник мойки угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Теперь нарушителю закона грозит реальный срок. В полицию сначала обратился один из владельцев транспортных средств, который протаранил горе-угонщик. Утром на стоянке он заметил повреждения. Сотрудники органов правопорядка изучили видео с камер наружного наблюдения и установили, что в припаркованной легковушке врезался водитель автомобиля Kia. Только вот владелец корейского седана очень удивился, услышав о ДТП. Накануне вечером машину он оставил на мойке. Позже выяснилось, что один из сотрудников этой организации взял автомобиль, чтобы покататься по ночному Оленегорску. В одном из дворов он не справился с управлением и попал в аварию. После чего скрылся, испугавшись ответственности. На горе гонщика уже завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.